Всем привет, друзья. Привет, народ. Как видите, мы с Женькой на озере. Выехали на лодочке. Вот озеро, ребят, смотрите, какая погода классная. С одной стороны солнце светит, с другой стороны, бляха, тучи. И непонятно, что будет. Мне кажется, будет, да, Женька, она все сюда идет. Ну, мы спрячемся, если что, да? Короче, мы что делаем? Мы идем на улицу. Так что, ребят, полный вперед. И полный просмотр от вас. Лайкос, да? Подписика. Вот это мельку можно. Вот здесь сюда. И мелочь колбасил. А мы вот тут. А? Ну. У него тоже там не длинная улочка такая была. Метра три. Не длинная? Не, три метра где-то. Ну, короче, как моя примерно такая. А на себя. На одно место выловить. Да ладно. С моей удочкой-то. Да. С коротенькими нашими удочками. Да. Нет, у меня коротенькие. А там нет, там не получится. Угу. Я про то же. Так, ладно, ребят, пока отключаемся. Походу врубимся. Так, друзья, смотрите. О, смотрите, покажи. Такая фигня у Женьки есть. Приспособок. О, ты у кого посмотрел? Андрей Клад, по-моему. А что, тебя сломано, да, уже? Да. Ага. Короче, берет. Что за корм? Горох? Корм Миненко и горох. Миненко лещ. А. Ну, мы рекламу не делаем. Далеко не кидай, у тебя до туда не долетит. Она же... Слушай, ты ближе встань, у тебя весь корм улетает здесь. Это... Ты вот так вот кинь. Во. Не, дай-ка я попробую. Попробуй. Вот так, Женька, смотри. Вот. Смотри. Оп. Дал? Весь туда улетает. А? Так нет, сильнее толкануть, если. Если сильнее, то я так просто попробовал. Во, чуть подальше. Рыба-то подойдет. Что, ребят? Ну да. Короче, у нас сегодня. Я не знаю, сколько у меня метров. Может, у меня тоже столько же. Я, честно, не в курсе, ребят. Я не в курсе. А, 2.40. А? Ну и что? Ну и что, Саша? Слышь, у меня 2.40. А 2.40? Ага, даже не 3. Совсем лялька. Это как твой спиннинг. У тебя 2.40? На рыбалку с собой, да? На сплав. Мы так говорим, сплав, бат не состоялся. Не приведем в ситуации. Ну, мы не будем, конечно, расстраиваться. Сразу сейчас себя, да? Настраивать на плечо. Все равно будет. И в любую жару и ненастье состоится у нас все. Я знаю. Так, так что, будем? Глубину надо сразу искать где-то там. Здесь? А здесь нет, здесь не было. Так, ну ладно, пока отключусь, ребят, потом включимся. Ну вот, ребят, у Женьки первая платичка такая маленькая. Я сразу сними, у меня кто руки заняты. Что это такое? Какая муха. Чуть не ушел. Тут неудобно стоять. Кого? В воду обратно. Да, обязательно про бабушку. Она вкуснее будет. У тебя, видишь, у тебя длиннее. Я, короче, только закинул, у меня сразу поклевка была, да? А потом у тебя подальше закинул, и у тебя клюнуло после моего. Клюет? У тебя, видишь, у тебя длиннее. У меня, короче. О, смотри, есть. Нифига еще не давай. О, ах ты! Да, непонятно, что там было. Непонятно, что там было. Сразу вот этот, почему ты сразу поклевка? Смотри. Ух ты, ничего себе! Вот это не кидается.
Так надо встать тут вот сюда вот получше. Понизи. Я не знаю, видно, не видно. Ого, вон поклевка опять. Водит кто-то, кто-то водит. О, он повело, повело, повело. А? Не, ничего. Нет, там совсем малюсенько. Как вет? У тебя ветки мешают? Ух ты! Нифига себе, такая красивая, так это тащила. Непонятно кто, как будто, знаешь, так, ну аккуратно так под воду, так бульку шло. Смотри, о, он иду. Что такое? И посещение чувая. Они, наверное, так кидают. Ох ты, смотри, ты не видишь, что творит. Так ты смотри. Смотри, ты смотри. Смотри, иду. Это что такое? Ребят, не пойму, это что за фигня? О, покрупнее, я чуть-чуть. О, у кляночек клевает. У меня дома сперли опарыш. Сейчас жало спрячем. А? Да, это так, что? Зачем такая нам нужна? Это так, спортивная у нас рыбалочка сегодня. Нет, у меня интересно, кто-то там этот. Вот они. Да что за фигня? Вы... А? А тут щука есть, она же гоняет. Бегом. Вот видите, видите, как топит. Ты видел, как топит? Смотри, смотри. Это что такое? Ну-ка подождите, я дам ему побаловаться немножко. Нет, какой коряг, вон и. Вон и коряга, как плавать, вон и. Смотри, смотри, ты знал, что делать, нет? Ух ты, нифига себе, как будет сверху. Ну это, наверное, это, верхоплавка какая-нибудь. Да тут не только уклик, тут же дофига всякая разная. Всякая тварь по паре. Смотри, как, смотри, смотри, смотри. Это что такое? Я не могу подсечь. Либо очень, да, совсем мелко. Я на поповочку так уже давно не ловил. Вон, 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 вон. А. Что за фигня, Женька? А? Крокодила, да? Ребят, вообще, рыбалка, блин, классная такая, прям, ну, интересная, очень даже интересная. Не могу вам... О, есть! У Женьки хорошая, вон, клюнула. Тоже клейка, да, опять? Смотри, как у меня таскать. Смотри, смотри, смотри. Смотри, что делает. У меня что, крючок большой? А у тебя что, маленький? А у тебя есть маленький крючок? Ну ладно, что, я буду на такой. Какой есть, такой есть. Да ну. Так у меня так уже. Тут нажали прям, что сидит у меня. Прям нажали. И не спрятанная жала. У меня намного больше. У тебя как зимой, блин, делаем поводок. А? Это он и есть, да? Ну это, видишь, я-то рассчитываю на крупную рыбу здесь. Вот там, да? Смотри, смотри, смотри. Ни хрена себе, смотри, смотри. Это что такое там? Это кто там такие здоровые? Слушай, представляешь, я когда-то давно здесь, вот там внизу, делал, короче, мосток. Прямо на мостку. И эти рыбаки. Ну, я их рыбаками не назову, уроды, может быть. Знаешь, ну, плохие, короче, люди. Взяли, сожгли, он был деревянный. Сожгли. Что, все, попал? Зацеп? Классный зацеп? Я тоже не вижу, где он тебя. Нифига себе утопило. Это уклейка, да, там целое стадо его. Целое стадо уклейки. Но я поймать пока не могу. Далеко, да? Так, ладно, пока отключимся.
Ребят, короче, думал, там такая рыбина, блин, сидит. Клюнул дактилем, смотрите. У меня палец. У меня ноготь больше, чем у нас сама. Смотрите, какая плюшенькая. Иди сюда. Ой, блин. Крючок, ребят, смотрите. Да? Ребят, смотрите, какой крючок у меня. У меня крючок, как мог ей такой малюсенький вот упасть влезти. Офигеть. У меня, походу, лишний, наверное, один вот этот. Опарыш. У меня было два, я один, короче, оставлю. Вот это крокодильчик у меня. Блин, такой кадр был хороший, конечно. Ладно, попробуем. В общем, Женька, короче, сделал удочку. Поставил мормышку. Вместо крючка. Крючка нету. А, есть? А этот у тебя есть? Груза. А вот поэтому ты поставил. Ну. Она вот подумала, вот смотри, как, смотри, о, ребят, смотрите, видите, я не знаю, вы видите или не видите. Там целое стадо их. Вон, прям по поверхности носятся, как эти, как угорелые. Что, опять зацеп? Понятно, что с вами. Да не дергайте так сильно. Иди на лодку лучше сядь, проедь туда. Слышишь? Зачем? Ого, о, вот это носится друг за дружкой. Ух ты, что-то было. А я дернул, она схватила. Ребят, короче, вода прям кипит от нее. От рыбы. Я не знаю, видно вам? Может, не видно. Но рыбы вот везде, вот, вот полно везде. Вот все, что плескается, это все оно. Вон там вообще, он прыгает за березой. Из воды выпрыгнул. Что, все, порвал? Ну, потом возьмем. Когда будем ехать на лодке. Слышишь? А, вон у тебя висит прямо на этом. Ну-ну-ну. Но это мы на березе-то с тобой, конечно, не достанем. Это-то бесполезно. Потому что мы можем перевернуться. Нет, а эту тут возьмем. Вот эту, ближнюю. Вот эту, то есть, которая сейчас у нее. Избавиться хочешь? Почему? Слушай, преимущество моей удочки то, что пока не зацепляется ни за что. Ух ты, утопило! Я даже не заметил. Да, хорошо, рыбка, конечно. Ого, он тягает. Короче, ребят, клюет на опарика. Вот, вот, ребят, плотничка такая вот клюнула. Хорошенькая, тоже бойкая. А я говорю, на одного этого не хочет клевать. Взяла, да. Нет, вот действительно, когда делаешь эти... Как они? Съемку когда ведешь, что-то да. Только снял, блин. Только, то есть это, выключился. На-на, сразу же. А ты только в удочке сидишь. Вот преимущество-то моей коротенькой удочки. Вот это тебе надо с лодки тогда фигачить. О, как поклевывает. Так. Главное, притопит чуть-чуть, хоп, и опять отпустит. Притопит, отпустит. Ну давай. Повезла, 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 повезла. Повезла и не привезла. Я не знаю, ребят, вы, наверное, видите, вон, все. Одни всплески вон. Это труба, что творится. О, как утопило сразу, резко. Ну это мелочь, резко так, наверное, топит. Совсем в меленькое.
Ну что, ребят, всех приветствуем. Мы опять Женя сегодня. Жень, дай мне, пожалуйста, этих. На рыбалочке. Ох, поклевывает уже не палка длинная чуть-чуть. Сейчас нормально, да? Лучше стало? Лодку-то сел. Ну неудобно, потому что низко. Нормально. Низко. Главное, удобно. О, что, сошла? Нет, не было. Не было. На камеру видно будет. Так что, ребят, тогда, короче, эта камера у меня села, к сожалению. Во, видали? Вот она поклевочка. Там возьми, пожалуйста, пакет, когда я видел. Зачем пакет? Я пакет убью. Не надо пакет. Банку. Какую? Ту. Она не пустая. Так надо ее опустошить было. Там нет ничего. Нет, возьми. Рыбалочка, ребят, продолжается. О, Андрей новенький звонит. Здорово, Андрюха. Здорово, Фоля. Как сам? Я, короче, на рыбалке с Женькой. У тебя доска. Опа. Рыбалки, да? Да, мы вот тут, ну, мелочь ловим, так что ты, если что, в эфире разговариваешь. Я тоже на рыбалке. Тоже на рыбалке? Молодечка, хорошо. Здорово, что? Что ловишь? Я работаю. А? Я сейчас звук выключу. Почему не? Я же до трех работаю. Да? У меня же рабочий день до трех. Женька приехал после школы, да, вот. Рыбачим. Ну, мы... Мы мелочь будем. Так, друзья, короче, продолжаем рыбалочку. Сейчас с Андрюхой поговорил немножечко. Так, он тоже, говорит, на рыбалке находится сейчас. Потом свяжемся и поговорим. Ух ты, я не пойму, как она клюет, это мелочь это вообще. Непонятно за что. А, понятно. У меня виден этот крючок прям полностью. Она за бок хватает. За бок. За бока, вернее, за эти закончики. За жопу, да за этот. За ее лицо острое. Не знаю, друзья, как таскает. Не успел отпустить, чуть-чуть поехала. Он у Женьки тоже. Ух! Ну это мелочь, как всегда. Так ее приятно таскать, да? 1-0, короче, Женька ведет. Женька ведет. У тебя одна пока, да? Да. Ну, в смысле, поймана. Да. Да что такое? Совсем малюсенькая. Глубину меньше делай. Смотри, как. Я не успеваю только кидать. Ребят, видите сами все. Только кидаешь. Надеюсь, вам видно. Я не знаю, в эту камеру меня видно, но сейчас я поближе попробую сделать. Что-то как-то резко дергаешь, не? Блин. О-о-о. Кстати, вода сегодня теплая, да? Скажи. Да. Смотри, что творит, а? Селедка бешеная. У клея, да? Балуется, мелочь пузатая. Это что там выплыло? Вон. Вылезло. Это что такое? Оно штамма. Ветка, что ли? Нет, выплыло. А, выплыло? Вон, да, выплыло. Вон, вон, вон там, где сейчас плеснулось только. А, не знаю. Я слева иду. Угу. Что-то как-то резко тянешь. Не? Я сам даже туда. Я сейчас глубину сделаю чуть погромче, говорю, чуть побольше. О, ах ты ж. Вот это красиво было. Ребят, видно, наверное, было. По-любому видно. Так, без эмоций всяких нехороших. Ух ты, да ты! Да ты! Эмоции просто сами, да, скажи? Ёшкин кот, да? Смотри, как прыгает. Вот гадюка-то некрасивая. Да вон комбикорм, а что не шел туда? Ну вот, вот, о, есть, смотри, ух ты! Есть! Вот, ребята, вот это чудо-уклейка. Наконец-то попалась, а? Чудо-рыбка. Уклейка? Вон, такая же, смотри, как у тебя. Смотри, точь-в-точь. Одного размера. Пока, ребят, пока нормальной рыбы нету, мы пока такую ловим. То есть познаем азы, так скажем, поплавочной рыбалки. Нормальная рыба кончилась. О, есть еще одна. Это что такое? Ребята, это что такое?
Я не знаю. Нет. А, это уклейка такая маленькая. Смотри, середка, видишь, уклейка маленькая. Ну, я ее отпускаю. Золотую такую. Ребят, смотрите, какая золотистая красотулька. О, иди. Пульк. Покедова, родная. Ну, красиво, красиво. Здорово. Вот так вот ловить здорово вообще, да? Я думаю, вообще красота. Покрупнее бы хотелось. А тут же и крупная есть. Это же... А тогда у нас, когда камера-то у меня была выключена, какие были хорошие экземпляры, сходили, блин. Аж удочка загибалась. О, вот это крупненько. О, ребят, Батла. Смотрите, покажи. Батла. Покажи. О, ребят, видали? Хорошая. Хорошая, хорошая, класс. Она даже не клюнула, она это забагрилась. Молодца, молодца. Да. Она предъявила. А вчера, помнишь, у меня глаз попался один. Рыбы, ребят, нету, глаз. Один глаз. Я думаю, что не клюет. Да, я говорю, что не клюет. Вот тут там глаз, опарыш и глаз. Был бы окунь, конечно, он клевал бы. Но это самое его вкусное, как говорится, да? Ну, как я знаю по видосам других блогеров. Как по другим видосам блогеров, так глаз – это алмаз. Слишком глаз закинул, там не будет, наверное. Там сейчас зацеп, сейчас у тебя будет. Я на то и засмотрелся, а мой утопило. На то и засмотрелся. Мой уже давно утопило, блин. Чуть так резко-то? Ты ее пасть рвешь там. Пасть, говорит, пару моргала выколи, да? Во-во. А я глаза. Ух ты, красиво клюнуло. Ты что там прикольнулся, видишь? Ветром отнесло туда. Вот-вот. Я говорю, вон, кабельком плавает, она его ест, пытается. Вот надо было туда куда-то кидать, да? У вас это что, еще есть прикол? Есть? Да. Чуть-чуть, да? Вот чуть-чуть. А ты говоришь, хватит. Нам не хватит, нам нифига. Мы пришли, время еще только сколько? 17:31. Нам до 9 часов еще вот это времени. Ну, до полдевятого, ладно. Нам тут еще делать. Да ладно. Она половина-то и не будет клевать. Ты же видишь, она сходит. Вчера у тебя на горох, говоришь, клевала. На горох клевала, сегодня. А вон сегодня вон горох есть. И сегодня тоже на горох клевала. А ты уже пытался? Да. Это что? Первый горох. А, потом когда у тебя эти начались? Да. Деревья нехорошие, да. Росли. Да? Смотри, как клюет. Да, я вижу. Сразу так бзюк, и все, и тормознуло. Оп, притопило, да? Аккуратно так, ух ты, там крупная такая плескается. Блин. Ну, ребят, короче, здорово, здорово. У меня еще видосы, блин, еще тени сделаны. Слышишь? Каких? На лимии. Еще и серия не закончилась. Еще есть? Еще полно. Так сколько мы снимали с тобой дней? Мы снимали, много снимали. Мы снимали же много. Короче, офигеть. Рыбалка идет. Ну, мелочь. Ну, ничего. Так скажем, спортивная рыбалка. Тренировочка. Ага. Тренировочка под хорошую рыбалочку. Ну, да, закинул, что ли? Надо, наверное, сюда вот. О, видишь, как? Тут говорю. Сразу. А? Сразу на днище. На днище. Смотри, вон как топит. Ну давай. Что-то у нас сегодня рыба меньше прибавляется, чем тогда. Куда бы плещется? А? Куда бы плещется? Так оно и плещется, как тогда. Что, забыл, что ли, как она нафигачила? Вчера-то. Как она тут мандила нам дело. Клевала чуть ли не из-под ног. Короче, непонятно. Как она, что она и почему она.
Ну что, ребят? Жень, тебе рыбалка нравится? Да. Вот так, ребят. Мелочь, но приятно, вообще классно. То есть весна для нас путь-путь-фу, постучим по дереву. Но она дала нам, сами дали по другим видео перед этим. Рыбы было много. Не так, чтобы прямо ого-го, но мы, как скажем? Мы старались. Мы старались, да. Но мы, вообще-то думали, что столько не будет. Даже половины этого не будет, да? Нет. Совсем будет мало. Да. Ну, там, пару-тройку, да. А тут, кстати, еще и лещи, офигеть. А лещи-то не маленькие. Вот этот. Карман, что ли? Да, походу, карман. А, кстати, ребят, забыл вчера сказать вам. Мы с Женькой вчера тут тоже убрались. Тут вот сейчас чистота, вот тут было, ребят. Все было. Вот этого пакета сейчас еще не было. Этот пакет, ну да. А мы, кстати, его сейчас, знаешь, сейчас? Мы туда и положим. Все. Мы туда и наложим, да. Так, о, как там это? Какая-то фигня или... Ну, они же рыбаки будут, вот. Знаете. Вот. 0,16. Леска. 3,60. Ну вот выкидывают вот такое вот. Почему с собой не забрать? Там еще ну, овалом. Ну а что, для себя приятнее. Это ходят тут всякие. Приезжаю. Хоть веслом по башке им давай. Бесполезно. Как это, хоть об стенку голову. Сейчас сразу запрещу. Нет, не понял. Она утонущая будет. Ты же этот, у тебя он был понял. Тоже груз был, нет. Ну, мне кажется, это, не знаю, это, ну, у нас же это, карпа же нету. Сазана. Сазана, карпа нету, да? Вода запивать не надо. Вот смотрите, как повело. Сразу так пщук-пщук. Кто первый говорит, схватил, тот и это, да? Кто-то схавает. Что это у меня? О, кто хотел сказать, что у меня поклевочек нет. А я тебе говорил, зацепишь. Будешь сюда пихать. Прямо в эти кусты. Рыба. Он у меня тоже там, он рыба есть. Смотри, какая. Вот такая. Ё-моё. Вот это крокодил. Ты что на крокодил? А, вот. Как его фамилия? А ты попробуй такие поймай.
Я вот такого уже третьего листа. Я зимой надергался таких. А я зимой мало таких дергал, поэтому всего в этот летом сейчас. Сейчас у нас подожди еще весна. У нас же июнь. Когда? С июня начинается, с 1 июня. Ой, еще чуть-чуть, ребята, и Славка в отпуску. Ёшкин кот, так красота будет. У Женьки каникулы. А? У Женьки каникулы. Ну, у тебя сначала экзамен, да, еще? Сейчас будет, да? У меня сегодня каникулы, он сейчас раньше у тебя. Ну, ну, что это? Смотри, там как пускается вон середина. Ну, там хорошая рыбина. Действительно. Такой ветерочек, да, ты слышишь? Смотри, как топит. Ух ты, сошла. Прямо аж почувствовал. Так-так. Кто-то вон сдирает. Ну, как-то вальдик, наверное, какой-то. Да? Кто-то сидит в интернетах. В основном, кто-то вон, как ходили вчера, понимаешь, молодежь. Курят, да? Курят, пьют. Побухивают, да, немножечко. Ты там бетон не хочешь? А? Ты давай тут людей это в заблуждение не доводить. Все видно по камере. Да ничего не было, ножечки. Ой, надо было, знаешь, что мне взять? Вот. Подводный бокс я не взял. Сейчас бы туда, хоп, и может, бы снимать. И может, да, может быть, там очень классно было снимать. Блин, что я не взял это действительно? Ай-яй-яй-яй. Ну, бетон сразу есть. Смотри-ка. Ух ты, ух ты. А, вот она. Главное, чтобы она под эту не залезла. Ой, как. А то ей там хана. Да, мы ее там раздаем под этой. Далее, ребят, вот такие поклевки и вот такие крокодилы. Это что такое? Ну, в кавычках, крокодилы. Рыбалка называется. Это называется, что-то они не поймут эту рыбу. Смотри как. И вон такая же была. Вот прям чувствовал, прям такая же вот прям. Ну давайте парочку сразу есть. А парочку устинка. О, ням-ням-ням. Живое парочку. Не хотят мне твоего парочку. Он у тебя фу, вонючий. У Славки он и сразу вот тебя дуешь. Я смотри. Кажется, мы взяли таркан. Слушай, надо было не взять, да? Я взял. Да? Хочешь, да. Так надо было помазать. Да хочешь, да, да. Нет, вот. Корм надо было зафигать. А это не корм. А это куда? Именно на носах. А, да? Ты там покупал себе Сереги? Ты мне сам дырил. Ага, точно же. Это с Москвы, которую сеструха мне подогнала. Мама привезла. А давай попробуем. Давай. Давай. Он у тебя там, да? На берегу. А, вон, я думаю, что такое, они вон грызут с этого. Листья падают, они вот эти, ну, не листья, не листья. Почки или как их там? Нет, вот те большие, какой кобяков, с ума сошел. Да, вот здоровый, который вот эти вот. С деревьев-то падают. Смотри, опять эта селедка. Господи, ребят, видали? Да ёд твою ёшкин, твою смотрёшку. У тебя что, пусто, да, походу? Не клюет. Пусто. Обычно клевать должна. А манты я не заткнул тобой. Ну вот, а что это? А я должен забыть. А, в смысле, ты сделал это? Да. О, как клюет. Женька, 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 у тебя офигенно клюет, как у меня. Смотри, как у тебя таскает. Аккуратнее, аккуратнее. Смотри, как клевает. Сейчас должно быть. Это нет, поздно. То есть рано. Она у тебя уже это. Так, друзья, сейчас я вам покажу кое-что. Одну штучку. Сейчас развернем камеру. Вот так вот. Смотрите. Короче, вот такой вот аттрактант. Сестра мне с Москвы маме передала. Его, короче, добавляют прям вот так вот берут. И капают прям на этот. На насадку саму. Буквально 10 секунд там. Сколько там секунд? 5-10 секунд. Ой, 5-20 секунд и все. И можно. То есть пока вот я его положу, пока тут смотрю, как проверка. Он сегодня работает. А? Он сегодня работает. Ты, он... ты пробовал? Да, в Затоне. А, в Затоне? И зимой в эти дни пробовал. Зимой что-то не очень? Зимой не очень, да. Зимой это он не работает так сильно. Вот, ребят. Затоне сработал. А? Затоне сработал. Вот сейчас я попробую. Прошло даже больше 20 секунд. Давайте пробовать. Первый запрос.
А я потом выберу. Ну, оставь. Ага, я видел, Лид. О, смотри. Пошла, родная? Да. Клёпка идёт. То есть она впитала себя, видать, да? Сразу. Кстати, фу, пахнет прям, да, действительно прям. Не опаршем пахнет, а пахнет тем, чем надо. Я вот болтушку это сейчас прокапываю. Смотри, смотри, как они там, как они его там дерут. Смотри как, и он копит. Но будет плохо, что мелочь, конечно, будет фигачить. Что самое плохое. Хочешь мел... эту прокапать? Да? Ага. Давай, если на манку упадет, я тоже тебя помажу. Он тебя клюет там чуть-чуть. Не так вот то же самое. Прям топят, как крокодилы. Как будто вот там сидят. Почему так? Нифига себе, у тебя аж бедная. От испуга рыба. Рыба от испуга прямо сама подплыли. Ты так сильно поплыл, как-то кидаешь. Ух ты! Я его высоко поднимаю. Смотри, как у тебя ведет. У тебя там ведет уже вообще. Ты что, не... нормально. Не видишь? Так и не ведет. Так ты опарыш убирай. Опарыш. Не, опарыш нормально ходил. Так ты это сейчас делай. Как его? Болтушка это. Что питается нормально? Попробуй. Надо за все пробовать? Болтушка получилась. Ну-ну. Может, не так и будет сейчас. А ты на нее тоже атракан клепнул? Ну вот только что клепнул на нее. Ага. Я из этого ее взял и... Чтобы я никто не прогонил. Что-то водит, водит, что-то непонятно. Что-то не хочет, по-моему, что-то он тут очень не действует. Что-то... Да, он уж ладно, милости мешает. Нет, он у тебя идет. Он. Ух ты, ничего себе тебя повело красиво. Не цепляется за голову, подтягивает. Ну да. Это еще самая жадная такая, когда хватает, да, сразу и чешет. Смотри, вон они траву, видишь, как фигачит он, видишь? Вот поэтому это, вон эти падают, тут большие. Вот эти штучки, вон. Вот эти, вот видишь, вон, висят такие сиськи. Сиськи. Вот они, короче, их. Ух ты, ну, а я не заметил, блин. Так хорошо ушло. Ну ладно, ты продевал. Что такое? Это вот на берегу. Да, я говорю, на берегу же. Скоро на берег будут танцевать. Потому что все туда снесло наше. Весь хапчик этот. О, вот, о, красивая, красивая. Молдушка. Такой вот кусочек надо вот такой оставить. Видишь? Да, нам сразу съесть. И аттрактанта, да, ты шлепнул? Да. Смотри, как топит, а? Вот кто там? Это я, мелкая. Или что это? Манку сбили. Она простую манку будет? Ну, манку такая. А попробую? А почему нет? А мне кажется, она еще лучше клюет. Кто там такой? Несется. Не видно, что будет. Сейчас сразу у тебя вот лохудно. Вот. Сразу клюет. Такой мотоцикл какой-то интересный, да? Ну, слишком крикливый. Ну, нет. Видео Женя. Что это? Пилили. Я сказал, пилили. Не знаю. Не послушай, это не фигня. Ты разговаривай нормально? По-человечески. Без всяких ваших этих молодежных говняшков. Вот это говняшка. О, видишь, как он меня клюет? Вон здесь. Кто это? Я не знаю, кто это. Там щучка прыгала. А? Там еще щучка прыгала. Откуда ты знаешь? Что такое большой клюет у тебя? Если не щучка. Что она будет прыгать? Она ее снизу может дофига пожрать. Хорошо лучше. Меньше отбиваю?
вообще не буду. Что-то это, клёв как-то, что-то мне не нравится. Надо поменять. Не хочу я с этим экстрактантом больше пробовать пока. Потому что это еще как будто весна. И рыба что-то как-то не активничает с этой херней. С рыбой непонятно. Не, ну мы тут сколько ловили-то, нормально же было. Пока не добавили эту кучу рыбы. А где это? Что-то опар, что-то свистло. Походу надо опять добывать комбикорм. Да какая-то фигня, это не то, надо тот, не ту, который тонуть будет. Внизу, который там. Понял, прикорм. Да. Там, прикорм. Я, видимо, уже не вижу. Да, походу. Перекормили, наверное. Ну, горох там здесь не было. Ну, видишь, они... Смотри, как топит. Кто топит? Непонятно. И так аккуратненько, это главное. По чуть-чуть так джик. Смотрит, типа, ага, я не тачу. А только хоп, опять, опа. Смотрит, ага, не тащит. Опять еще ниже. Думает, надо глубже. Ну, видишь, они опять вот там тюк-тюк, так потихонечку. Ого, смотри, оп. Пошла наблюдать. Чё прискачешь тут, а гадюки некрасивые? Лодочка метр. А? Лодочка метр. Ну чем? Вот у меня, смотри. 2.40. В самый раз. Не, прям тут что ловить. Прям тут лечь. Прям тут на берег уходи, лови. В лодке хорошо, вон сидишь себе. Тут на стульчик ты не посидишь, берег там, смотри какой. Ножки если бы регулировались бы так вот. Как это, да? Как штатив. Каждая сам себе чук-чук-чук-чук-чук. Не, а что, действительно, да? Вот. Еще привет. Ух ты, прозевал чуть-чуть. Утопил это хорошечно. Ладно, пока, ребят, выкупимся. Так, друзья, у Женьки сейчас хорошая платичка кинулась. Ну, покрупнее, чем вот эта трубка. Да? Хорошо боролась. А что, да? Кому-то ты сам не видишь. Так я ей просто дал бой. Ну все равно, покрупнее же видно. Камера была. Вот смотри, как. Вот кто это там делает у меня что? Смотри, как топит. Вот, ботва. Да не так она ботва топит. Это прям как-то как хорошечно топит. Красивенько там. Как бы сразу давно. Вот так вот, хоп. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Она сверху. Попробуй выбрать там еще сделать. Не хочу. А вон прыгает, нормально рыбит. Так у тебя, ух ты, у тебя там глубина большая. Думаешь, мне поменьше глубину? Вот так, ну давай попробуем. Ну я тут на маленькую глубину ловлю. Ну, а так я одна какой ловлю, у меня тоже же не крупная. Давай посмотрим, что будет. О, хе-хе. Кого поймал? Уклея? Не, видишь, поменял, все, нету рыбы там. Нет? Нет, ты что, нет, у меня надо мне глубину делать свою. Ну это каждому свое называется. Или что, психи? Кто? Нету, да? Тазик. Хорошо, отмерчик. Тазик. Пусть будет тазик. О, вот видишь, вот кто это? Вот, о. Повела бы в сторону, тогда бы понятно было. О, смотрите, ребят. Смотрите, как борется, как борется с уклейкой. Сдалека хорошо, да, идет? Болонка-то мне понравилась. По-русски можешь говорить? Болонска. Кто Болонска? Болонска, либо Заня, либо Скорчика. Вау. Знаешь, как он еще называется? Как? По-другому. Угу. Когда этот... Болонка заходит, а так вот делают. Нет. Ну, сошла? Нет, вот здесь. Смотрите, как хорошо идет, да? Все, он встал. Пик. Так, все потихоньку. Ты выпрыгнул? Нет? Нет.
Видишь, там рыба, да? Видишь, чуть поглубже. И там она и покрупнее уже. Ну да. Еще и выпрыгивать вроде. Вот кто-то качает и все, маны. Вот как-то по-дурному мне это делает что-то. Я тебе сейчас ушку выберу потом. Давайте мне тут лапку не влезет. А то что по воде побегит. За вами. Будет только по воде еще. Вот есть, вот она. Ну это следующий, конечно, не запустим. Это совсем такая. Еле за губу расхватила. Хоть штатив мне не снесла. Рвануло прям на штатив. Представляешь, нападает. Слишком уж большая, чтобы штатив сделать. Я слишком? Слишком большая. Чтоб штатив жбить? Да. Жбить, жбить. А что, а вдруг собьет? Такая, она палатка, покусала. За этот, как его. За объектив. Вообще-то не получается. Где у тебя? А, вон. Ух ты, мудрый как плевает. Прозевал, да? Нет. Смотри, вон. Я не справился. Ну ты готовься. Так она резко клюет, это там может даже мелочь бывает. Вот у меня, если вот клювает, а у меня не поймешь, что клюет. Вот кто вот это вот был? Хрен его знает, чего он моргает. Зачем он моргает, а кто его знает? Даженька, споем что-нибудь. Чего спеть? А? Я опять не умею. Вы что, медведь на ухо наступил в детстве? Да. Давай тогда этот мишка косолапый по лесу. Уже балуемся, да? А что, время 18:42. Кто-то там утопит у сладки, непонятно кто. У меня щелочку забудовать. У кого? У тебя? Да, вообще где у меня все. Почему запутал? А, думаешь, там у тебя запутал? Да. Этот крючок? Да. Вот все, хозяйство. Может быть, попробуй что? Скажи, не хочешь тянуть, да? Нет. Да, 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 точно. Смотри. Офигеть. Блин, кто прозевал, а? Поклевочку хорошую. Дай за того попутка. О, повела, повела. Ох, такая хорошая. Вот такая рыбка опять. С ноготь. Видали, ребята? Наверное, видели. Скорее всего. Рыба моей мечты. Акула моей мечты. Че, это не надо? Че, началось, да? У тебя. Женька без приключений не могет. Ну, я поводок с тонким медведиком еще вот такой. Понятно. Там меня топит постоянно. Постоянно с топьянным. Ой, я на твой засмотрелся. И на свой опять засмотрелся. Там плевать не будет. А? Там плевать не будет. У кого? Там я? Потому что только грузик с ним. О, вот он, смотри. И опять такой же большой, прибольшой. И ушел. Ушел. Слава богу. Хоть отцеплять не надо. Угу. Не говори. Барину непристойно это делать. Есть у нас там один такой, говорит, на работе. Барину, говорит, непристойно работать. А сам кричит. У меня ипотека, я условно богат. Это у него музыка такая, знаешь, что ли? Тихо, тихо. Аккуратненько. Не шалтай, болтай, ни хрена. Рыбу мне не пугай, если не ловишь. Мне походу надо червячка поменять этого. Ну, ты понял. Парыш. Да, червячного парыша. Да, там уже никого нема. Так, ладно. Меняемся. Ну что, друзья, вот такая вот рыбалочка у нас проходит. Вроде ничего обычного. А если сидеть, конечно, ну, по видосу вроде смотреть не очень так. А если самому тут побыть, порыбачить, так мне кажется, вообще красота. Да, Женька? Ну, я так думаю. А может и нет. Кому как? Ну а что там если? Когда думаю, делов, слава богу, нету таких больших. То, конечно же, на рыбалку сразу. А что?
Ты видел, что он будет сложить? Не, я туда не смогу. Да не там щука, там большие эти... Караси. Лопаты эти, блин, прыгают такие, как караси. Может, щука маленькая гоняет. Вон, видишь, он что, щука, что ли, прыгает там? А мне, а ты слышишь, как это такое? Да там шобла, я не вместе. Кучка сразу как дадут. Я привел сапающий. А что, взять у нас? Ё-моё. Ну, понятно. Вася, пожалуйста. Ну, ребятки, смотрите, какая Патричка. Красота. А ну-ка, Паша. А она твоя Паша? Да. Ах ты хитер, бобёр. Я ее только сейчас поставил. Ах ты хитер, бобёр. Ну, это да есть. Так надо же пробовать. Конечно. Я вчера тоже на два, потому что у меня был кучок офигенный. Большой. Под вечер только поменяли. Ух, что там? Перевернулась. Коробочка. Коробочка с крушением рыбьим. О, у тебя там клювает. Близко кинул сейчас. Лучше мне надо корм. Нафиг. Ты там себе прикольнул уже, наверное, да? Я туда вообще не кидал далеко. А вот куда я, ну, где у меня сейчас полосы, там я кормил, да. Слушай, я хочу этот, нафиг мне нужно. Я хочу вот этот взять. Снизу. Можно? Можно. Даже нужно. Ух ты, почти. Ага, почти. Я тебя закинул все-таки. Снял? О, снял. Снял? Слава тебе, Господи, да. А, у тебя висело на дереве? Да. Ничего себе задаешь. Опять на дерево закинулся. И, да? Хорошо идет. Давай, давай. О, ребят, дали. Опять Женька отличился. Вот. Молодец. С твоей стороны. С моей стороны? Да. Мою рыбу тащишь. У тебя повела. Да. Да бог с ней, пускай ведет. Я не для того ее там держу. Пусть ведет. У колейки не сваливай. Эти выкинь. Вот эти бойло. Бойло эти. А что, не бойлы? Те же самые бойлы, да? А? Да. О, и гороху хотите? Найте вам горошинку. О, и утащила. Ух ты, ух ты, ух ты. Ага. Сашла. Ну. Хорошая была? Хорошо шла, гадюка. Ну, тебя как обычно. На корягу ведет. Сдалече. Вон, видишь, там покрупнее там немножечко. Опять ботва. Да ботва-то отстань от меня. Жень, не ботва? Плотва. Вот, говори так нормально. Шершавая ты. Ну, шершавая. Смотри. А? Пузатая? Ух ты, о, давай покажи сюда. Ой. Поближе. Чуть-чуть. Вон, ребят, он покусанный. Кто-то ее уже ням-ням сделал. А да, она чем сетка. А может не сетка? Не суть, не столь важно. Да. Не столь важно, у меня клюет тут от важных. Косил скром? Прям сам не ожидал. Я знаю, почему мне плохо клюет. У тебя нету с собой ножничков? Есть. Вот мне бы ножнички отрезать там надо. О, есть. Волос висит там, да? Такая, да. Такая большая прям. Здоровье не придумаешь. Ух, что, с ножничками? Да. О, отпустил я, ребят. Эту штучку-дучку. Смотри, как бойлы херачат. Приплыла хоть рыба сюда, слава богу. А то без нее скучно. Тут пускай тут попрыгает. Угу. Ну, вообще не клюет, вот чем. Ручка слегка запуталась. Во! Бляха-муха. Сейчас попрет масть. А волосок этот, вот она ведь цепляется, да, и все, может... О, все, есть. Сразу? Хорошая? Просек. Я думаю, я не просек. Ну, нет, маленький еще. Ну, нормально, что. Вот хорошо, что ли. А где у меня поплывок? Вон, видишь, я говорю, сразу начинает клевать. Ну, что поперло? Жень, я ножницы сюда положу. Ну, я сейчас специально
Смотри, сразу клюет, я тебе говорю. Да. Вон из этого волоска. Из волоска? Да. Немножко неправильно я держал, вот так вот надо держать линзку. Ну, камеру. Ну, учимся сейчас, лодки пока. Пока. А тут будет клюет? Конечно будет. А что? О, смотри. Я, ребят, крокодильчик. О, у Женьки тоже такой же, наверное, был. Нет, там хороший что-то. Это ошуфени такие. Господи. Ну что это? Это вот таких вот до наживца. Ну, это где? На охуя. Нет. А, ну да. И на этого, на Харюза. Харюза, да. Как Генка, да? Да. Фигачит на таких. На мелочь. Ну у него покупнее, ну вроде там, да? Есть. Есть? Опять? Как обычно, да? Повела просто в сторону, пошла направо. Поляточка. У меня он тоже. Эй, ох ты! У тебя дошла, у меня нет. Опять вошла. Лотва. Вот. Говорите правильно, пожалуйста. И опять шершавы. У нас бонус есть, большая плотва. Большая уклейка, вернее. Да. Два с килограмм. Там два таких? С килограмм уклейка. Ну, вот будет сразу. Ух ты, о, есть. Вот эту можно оставить. Это хорошая. Оп. О, попал? Прибавляется. Видишь, сразу эту штучку вот убрал в сетку. Блин. Давно я думал убрать, не убрать такую поседу, Ну, что-то надоело мне это. А рыболовная шняга нехорошая. О, смотри, как водят. Видал? Сразу же накидываются. Так тут прикормка еще, да? Да. Я кинул. Тут мы сколько накормили? Помнишь, как мы все накормили? Нет, сейчас вот кинул свежую снизу, которая утонула. И вот рыба сейчас там. И еще и бойлы вот эти плавают, которые. Бойлы? Ну, давай будем так их называть. Ох, на где? Меня пошла. Пошла, да? Да. Что, попалось? Есть. Как обычно. Залька лучше, да? Интереснее, да? Тащить. Да тащить прикольнее. Угу. Как это, да, скажи? Как фидер? Почему как фидер? Как спиннер. Как фидер? Не чувствуется. Как фидер еще? Ну, тоже так же? Фидер нет, фидер, ну такой рыбы вообще не чувствуется. Да я... Ой, ну тебя. Просто к слову. Я не буду тебе. Я говорю, просто дальний заброс, когда делаешь такой, и тащишь. Да-да-да. Спиннинг. Спиннинг совсем по-другому идет. Правильно. Вот, блин, пускай кончик. Не пугай мне рыбу. А то сейчас я твою тут зафигачу там. Ты далеко забросил, там ее, наверное, нет? Ага, а это что? А это вот что? О! О, вот она. Селедка совсем малюсенькая. Нет? Ну-ка, посмотрим. Все, пусть. Дойди сюда. Да где ты? Как ты так клюешь-то, а? Блин. Че? А, это отпустил. Маленький. Пошла своим, говорит, ура, цепляйтесь, ребята. Нас отпускают. Покормят и отпускают сразу, да? Да. Вот смотри, крючка ничего не осталось. Ой, от этого. От этого. От опороша осталась одна прозрачная пленка. Все. Ну, и? И? И поклевочка, как всегда, есть. Я даже не буду ничего сейчас попадать, вот так и буду. Попробую. Смотри, сразу тащит. О, смотри. Я говорю, пофигу ей. И много. Ну клея, потому что она фигачит и пофигу, мне кажется. Жрать хочет? Да ладно. Ладно, не будем издеваться над ней. Поменяем. Что-нибудь другое нацелим. Резко. Очень резко дернул. Показалось, нет? Нет. На, кушай. Пока не съели. Наверное, понизу. Опять на меня шла. Бабка шла. Пирожок нашла. Ну-ка, одиночка. Пока. Так, ну что, ребят, короче, заканчиваем рыбалку. Я один ловить не буду, а у Женьки, короче, залетела он на березу, на самый верх. Дергал, короче, порвал. С воды никак не достать, на березу не залезти. Так что, к сожалению, будем... А что к сожалению?
Нормально, вон, половили. Темнеть у нас. Да и темнеть начало, да. Так что тихонечко собираемся. Помаленечку. Пока туда, пока сюда. Вот. Так что, сами видели, рыбалочка была веселая, задорная. Желаем всем такой веселой, задорной рыбалочки, ребят. Что-то я не туда смотрел даже. В камеру, что ли. А здесь видно было не. Вот. В общем, как-то так, ребят. Сладко собрал. Женька там насыпает, сейчас будет кальдикон рыбкам. Сейчас пока отвяжемся, пока туда-сюда. Ну как надо отвести? Сейчас подожди, повернем туда. А, еще помажешь, да? Давай, только далеко так не кидай, а вот так вот где-нибудь. Вот. Прям в серединку. Сюда вот кинь, ну недалеко вам вот так вот. Метра три. А что тут? Ну сильно ты его не балуешь с этим. Ну капни, капни. Ну закрой, я уже капнул. Да как закрой? Ты умный, дотяни, Славка, да? Ну давай, закидывай. О! Вот, ребят, вот такой, короче, у нас. Женька еще вот этим помадал. Чудом. Юдом. Ну как же без него. Держи. Рыбалочка он составила вот в таком, это ведро сколько, килограмма, ой, или какое, 1,2 килограмма, вот, ребят, столько вот рыбы там, где-то, я не знаю, грамм, фиг его знает, ну килограмма нету, конечно, я думаю. Килограмма нету, там 300-400, ну, грамм 500 даже есть, 500 даже. Да, есть, вот. Ну и вот такая щука, которую увидели уже, пока в жир не будет второй раз, вот, в общем, ребят, как-то так. Заканчиваем на этом. Как обычно, подождите. Славка с вами, Славка на связи. И мой канал Карфиш Карин. Все, ребят, всем удачи и всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и все будет хорошо. Ну и в конце, друзья, немножко мусор уберем, как мы и хотели с Женькой. Так, чуть-чуть хотя бы пройтись. Он уже, смотрите, пакет набивается. Накидаем тут. Немножко хоть для себя. Вон бутылка. Лежит сигареты, пачка. Две. Раз, два. Бутылку заберем. Пластиковую. А бычков, смотрите, ребят. Ну вот как это взять? Рукавиц нету. Бляха-муха. Ну как надо было так вот эту курить? Смотрите. Женька, смотри. Я ребятам показываю, как можно было так вот курить, смотри. Друзья. Это сколько? Это нарочно, что ли, так высыпали сюда? Это вот так вот курить? Это... Я не понимаю. Тут сколько? Тут сколько штук? А? Ну пачки-то возьми. Две пачки? Так две, я еще две забрал уже. Ну там, вон, видишь, лежат. Подержи, я тогда сейчас соберу их. Иди сюда. Вот, смотрите, ребят. Охренеть. Блин, слушай, надо нам рукавички с собой иметь. Сейчас помоем речкой. Надеюсь, не заразимся. Озеро. А? Озеро. Да, озеро, да. Как разница. В воде, короче. Речка же в кольце. Да, короче, в воде. Она в этом сейчас соединяется у нас. Так что ничего страшного. А, да? Да, все. Пока так. Ну, больше... Да, где он? Яма. О. Яма. Вот это где-то видим, по-моему, стоп. Это елка. Это не елка же. А то ты их не дал. Так ты не с него взял? А? С него взял? Нет, другого. Ну вот видишь. Тот, да. Так, ну ладно, ребят, ты завяжи его. Чтобы он не развязался. Все, ребят, на этом, короче, заканчиваем. А, Женька, подожди секундочку, еще вот. Не успел завязать? Ну что, ребятам, пока. Пока.